Люблю снежок в начале мая, как говорится, но даже эта ситуация не помешает нам сегодня сделать юбилейное видео, ведь ровно год назад, 9 мая 2018 года, я выложил на канал видео «Что купит школьник» на 100 рублей, и оно собрало просто огромное количество просмотров. Чтобы отметить этот юбилей, я решил приснять этот выпуск с теми же условиями, только в другом городе. Ну а вы, дорогие друзья, проголосуйте, у кого закупка вышла лучше. Знакомимся с нашими участниками сегодня. Раздаю по 100 рублей, возьмите, пожалуйста. Разбегаемся с двух сторон, две съемочные группы вас снимают, а я ожидаю здесь. Удачи, пацаны, пойдемте. Я пойду в карусель, потому что сейчас идет снег. И да, 9 мая, в Питере идет снег. Почему же я иду в карусель? Просто потому что там такие бешеные цены. Окей, начнем. Значит, что же мы купим? Давайте сначала купим попить. Я очень хочу попить. Пойдем попьем. Где же у нас питье? А вот оно. Так, и так, и так. Вот Липтон. У меня есть карта, поэтому он стоит для меня 30 рублей. Окей, самую дешманскую шоколадку. Отлично, 20 рублей. Просто, ах, белиссимо. 50 рублей мы уже потратили. Карусель вообще невыгодна. Я, наверное, куплю себе вот такую вот на велосипед. 55. Я, честно, не понимаю, что покупать и где покупать, потому что здесь множество отделов с едой. Пойду-ка лучше я посмотрю тетрадки или что-нибудь интересненькое. Я решил взять один чупа-чупс себе, просто потому что я... Пока наши участники закупаются, я вот тут нашел автомат. Смотрите, давайте вы поставите лайк, если я сейчас выиграю игрушку. 17. Зажимаем второй раз, как говорят. И мы же с вами договаривались, что если машинка чуть-чуть подвинется с места, значит вы поставите. Вы еще мне даете денег? Не, не, не надо мне этих кредитов. Ладно, там пацаны уже, наверное, пришли куда-нибудь. Мы ничего здесь не можем взять за большую нормальную цену. Или небольшую. В общем, я путаюсь. Еще я себе куплю жвачку. У меня получается еще 20 рублей. У нас есть пилотка. 250 рублей. Почему мы должны платить за то, что мы уважаем пожилых людей? Платить 250 рублей. Не думал я, что мы до такого докатимся. Ну, возьму себе одну ручку. Какую? Вот эту, что ли? И я возьму себе еще вот такую, которая стоит 18. А теперь я иду на кассу. Пойдем возьмем круассаны. Вот они. Стоят они 26 рублей по карте, поэтому возьмем наши круассаны и пойдем дальше. Мы все накупили, все, что нам нужно, поэтому пойдем на кассу. В итоге у меня осталось 6 рублей. Себе оставлю. Ну, я надеюсь, по товарам я все-таки опережу своего соперника, либо я дебил. Я к вам вернулся, у меня вышло на 90 рублей. Самый неэкономный магазин, потому что, ну, мне кажется, стоило пойти куда-нибудь в другой магазин, типа Фикс Прайса или Гала Марта, но... Так, Максим, Вадим, заходите, пожалуйста, сюда в студию. Вы вещи свои расставили, а сами из студии ушли. Начнем с Вадима. Первое – это тетрадь. Хорошая компания. Вот такая вот замечательная шоколадная конфета. Сосательная конфета чупа-чупс. Чай Липтон по акции, как я понимаю, да? То есть все это вышло в 90 рублей ровно, да, 90 рублей. И 7 Days мини-круассаны. То есть такой набор школьника. Это немножечко пописать, пососать чупа-чупс. Ну и, конечно, съесть и запить это все круассанами. Отличный набор, 90 рублей потрачено. Так, что у нас у Максима, пожалуйста?
пожалуйста, покажи нам. Первое, это Орбит фруктового ранга. Ты где закупался? Фикс прайс, что ли? Здесь уже больше идет такая взрослая мятная конфета. Да, и третий компонент, это дудка для велосипеда. Это для того, чтобы люди все отходили. Ну что, ребят, Вадим, Максим, вот такие товары, 3 таких и 5 таких. Напишите в комментариях, кто из ребят заслуживает какой-нибудь приз. Если мы соберем 5000 лайков за неделю, то мы возрождаем эту рубрику. Если живете в каком-то городе, напишите, в каком именно. А пока, ребята, я отправляюсь служить, сегодня 9 мая, сильно не отмечайте. Помните про подвиги. Удачи, пока.